Владимир Путин продолжает свое латиноамериканское турне. В Аргентине российского лидера встретила президент Кристина Фернандес де Киршнер. Они договорились вместе развивать мирный атом. Это соглашение позволит России участвовать в строительстве аргентинских атомных электростанций. Оно проводится здесь на конкурсной основе. И Росатом участвует в тендере на сооружение третьего энергоблока АЭС «Атуча». В конце визита Кристина Фернандес подарила Владимиру Путину музыкальный инструмент «Бантенеон», на котором играют музыку для танго. Он, в свою очередь, преподнес ей серебряный ларец ручной работы. Аргентина – третья остановка в латиноамериканском турне российского лидера. В воскресенье он проведет в Бразилии, где примет участие в церемонии передачи права на проведение чемпионата мира по футболу к России.